И теперь о том, как проходит кругосветная экспедиция Федора Конюхова. Воздушный шар сейчас летит со скоростью 80 км в час к Тихоокеанскому побережью. Ориентировочно в районе 7 вечера по московскому времени он должен пересечь Австралию и достичь побережья. У команды, которая работает с ним на земле, интенсивные переговоры с авиационными службами. Аэростат вошел в зону плотного трафика воздушных судов. Каждый час центр управления полетом связывается с австралийскими диспетчерами, сверяет планы и подтверждает коридоры.